такой красивой Регинская набережная стала совсем недавно. Ее благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе формирования комфортной городской среды. Сейчас в крае снова проходит голосование. По его результатам определят пространства, которые будут улучшены в следующем году. В Красноярске из 15 общественных пространств горожанам предстоит выбрать 8. Губернатор Александр Ус призвал всех жителей региона ознакомиться со списком объектов и выбрать своего фаворита. И люди активно откликнулись. Ну, площадь перед администрацией Свердловской и благоустройство участка на улице Полтавской. Там действительно двухэтажные бараки, там ужас. Хотелось бы дополнить, чтобы бюджет не просто так не тратился, наряд полиции для того, чтобы люди не ломали деревья, которые посадили. Вот. А есть такое, да, вы видите? Ну, конечно, я вижу, как бы сломано, как бы просто так же не ломаются деревья. Голосовала я, по набережной гуляла, и здесь работали волонтеры, и они мне помогли. То есть я с их помощью и проголосовала. Выразить свои пожелания можно во всех районах города. Прямо на улицах в людных местах каждый день работают волонтеры. Вы узнаете их по голубым курткам. Они и расскажут, какие территории предлагают благоустроить в этом году, что именно там хотят сделать, зарегистрируют на специальном портале и помогут проголосовать. Для этого вам нужно будет назвать свое имя и контактный номер телефона. Еще проголосовать можно через госуслуги. Подробности узнавайте на сайте или по телефону горячей линии. Они сейчас на экране. Это не просто некая формальность, когда можно ничего не делать и пространство появится. Нет. Здесь прямое условие, самое главное условие, что пространство будет модернизировано, улучшено, благоустроено, реконструировано только в том случае, если за него проголосовали люди. Именно поэтому такая борьба сейчас активно идет между районами. У нас есть активные бабушки, которые звонят своим внукам и говорят: слушай, мне тут Зайцев сказал, что нужно за пространство проголосовать. Я не могу, приезжай, помоги. И внуки приезжают, помогают и сами голосуют. До финала голосования осталось 2 недели. Принять участие могут все, кому уже исполнилось 14 лет. Напомню, что сейчас проводятся работы в тех пространствах, которые победили по итогам прошлого года. А те, что станут лидерами в этом, реконструируют в 2022. Сейчас наибольшее число голосов отдано за благоустройство скверов по улице Полтавской, Робеспьера и Академика Павлова. Замыкают пятерку лидеров набережная вдоль реки Качи и правобережная набережная в районе ДК 1 мая. Софья Лупинина, Максим Галат, Енисей. Новости. Редактор